Аємо, шановні глядачі. Сьогодні оголошуємо про початок роботи проекту Особливий простір дитини і вашій увазі представляю вельми шановних спікерів, які візьмуть участь сьогодні у е, нашому ефірі. Залізняк Тетяна, дитячий невролог, обласної дитячої клінічної лікарні. Іваніловаяна, віце-президент Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність. Та я Кириченко Анна, директор е, центру гармонійного розвитку та нейрореабілітації Дніпро Ворд». Yeah. <laughs> Отже, працюючи тривалий час із дітьми з особливими освітніми потребами, ми та їхніми сім'ями ми дійшли висновку, що вже час систематизувати той обсяг знань, які ми отримали під час роботи протягом зазначеного терміну. І, звичайно, як і будь-який проект, наш проект має ряд причин та передумов, які надихнули нас на створення цього проекту. І одна з першопричин – це звичайно, має. звичайно, медичную складову. Про Яку нам и розповість наш перший спикер Татьяна Залезняк. Уважаемые слушатели, уважаемые зрители, <реку> хотела бы поблагодарить всех присутствующих здесь за приглашение участвовать в этом проекте. Ну, на самом деле, теоретически родить больного ребенка, и в нашей стране этот риск есть у любой семьи. И даже у здоровой пары, там, где мама, папа абсолютно здоровы, 5% риска родить генетически нездорового ребенка. Это не зависит ни от чего. Раньше считалось, что генетическая патология напрямую зависит от факторов экологии, от факторов жизнедеятельности, от болезней папы и мамы. Но сейчас в мире идет такая тенденция, что есть спонтанные генетические заболевания, которые не зависят ни от чего. По некоторым оценкам, до 20% всего населения Украины страдает от болезней, которые детерминированы генетически. И 10 из них являются серьезными генетическими проблемами. Поэтому, учитывая наше население Украины, у нас должно быть достаточно много детей с генетической патологией, но... Учитывая низкое низкий уровень выявляемости этих заболеваний, конечно, таких детей достаточно много теоретически, но довольно-таки мало практически. Есть тяжелые генетические заболевания, такие как врожденный гипотериоз, фенилкетонурия, мукополисахаридоз, который в принципе выявляется на ранних этапах в роддомах. И педиатры, неонатологи, семейные врачи хорошо знают эти заболевания. И сейчас существуют скрининги. И на самом деле, выявляя эту патологию уже в роддоме, в дальнейшем дети не становятся инвалидами, они живут полноценной жизнью и социально адаптированы. Но, к сожалению, есть и 10% генетических патологий, которые проявляются после первого года жизни. Когда эти патологии связаны с грубыми нарушениями и э, их можно увидеть сразу, то есть э, расстройство желудочно-кишечного тракта, пороки сердца, пороки головного мозга, здесь вопросов нет. Каждый э, семейный доктор, каждый педиатр, невропатолог их видит. Но есть генетические патологии, в том числе и патологии, которые связаны с обменом веществ, с... Э, недостаточности аминокислот, которые, к сожалению, проявляются уже к 2-3 годам. Это, то есть это болезни накопления. Легкие формы проявляются задержками речи, какими-то нарушениями поведения, в задержке психического развития. И родители, не зная об этом, начинают получать симптоматические лечения. Они идут к невропатологу, психиатру. Как правило, назначаются серьезные препараты. Как правило, дети эти очень тяжело поддаются коррекции. Но препараты с каждым разом все серьезнее и серьезнее. А причина у этих детей одна. Это метаболические нарушения, которые не были выявлены на раннем этапе. Э, учитывая, что э, в общем -то, наблюдение э, семейного врача вот в наше время, время реформирования, является недостаточно полным. точным, полным, да, и э, учитывая, что отменены плановые осмотры, те, которые были раньше, невропатолога, окулиста, то эту патологию родители уже замечают сами и начинают ходить уже с явно выраженными симптомами. И если в 80-х годах, 80 годах по статистике 125 детей на тысячу населения страдали генетической патологией, то за последнее время эта цифра утроилась, а в некоторых регионах нашей Украины возросла в 4 раза. Поэтому такие дети чаще всего попадают к докторам уже на крайних этапах, когда уже обратно в развитие болезни быть не может. Сейчас тенденция в мире такова, что таких детей должны выявлять в центрах развития, в детских садах, педагоги, логопеды. Во всем мире существуют методики, методики позволяющих на ранних этапах выявить эту патологию. У нас есть прекрасный центр, в, которых, в котором дети такие попадают с речевыми расстройствами, с расстройствами поведения, где наши коллеги-педагоги, в общем-то, улавливают, что с этим ребенком что-то не так, что есть проблема не только в речи, вот он какой-то особенный, он не похож на других детей. И в конце концов, действительно... Получается, что проблема у этого ребенка, она генетически детерминирована. И на каком-то этапе, поменяв питание, образ жизни этого ребенка, мы можем избавиться от основных симптомов, которые потом есть. Дякую, Тетяно. Е, наступне е, слово візьму я, оскільки е, Тетяна сказала про першу причину, е, що надихнуло нас на створення цього проекту. І вже знову ж таки, маючи п'ятирічний досвід роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, е, ми можемо сказати, що особливістю роботи нашого центру гармонійного розвитку та нейрореабілітації е, є той факт, що ми зосереджуємо увагу. На роботі не з конкретною категорією дітей, які мають те чи інше захворювання. Ми не концентруємо свою увагу виключно на певній патології. Ми працюємо з дітьми з розладами аутистичного спектру, з дітьми після кохлеарної імплантації, з дітьми з ДЦП і, та іншими генетично обумовленими захворюваннями. І маючи знову ж таки досвід роботи з дітьми та їхніми сім'ями, які е дуже часто на жаль е навіть у межах е своєї сім'ї не можуть розібратися в якому напрямку їм рухатись, оскільки кожен із членів сім'ї має своє бачення е щодо розвитку дитини, лікування реабілітації, ми побачили, що мабуть треба таки систематизувати свій. Той обсяг знань, який ми маємо, і е, правильно інформатувати е, е, суспільство для того, щоб дійсно полегшити сім'ям з такими дітьми життя. Отже, попадаючи до наш, до нас у центр, е, батьки дуже часто е, дають нам такий запит: запустіть, будь ласка, мову, навчіть дитину дивитись в очі. Е, нам три з половиною року ми не говоримо, але е, Можливо, ми прийшли ще раніше, і ми ще погуляємо і надолужимо це, ще потім. І тоді ми, звичайно, зібравшись колегіально з педагогами реабілітологами, розуміємо, що треба починати все спочатку в такій сім'ї. Що не дивлячись на те, що дійсно ми маємо досвід застосування європейських протоколів обстеження та виявлення тієї чи іншої патології в на ранніх стадіях, не дивлячись на те, що ми маємо високо. Кваліфікованих фахівців та інноваційні і дуже ефективні методи реабілітації все одно найголовніше, найголовніше, що слід усвідомити нашим батькам, це те, що немає і не може бути єдиного визначеного підходу до реабілітації цих дітей. І розробка реабілітаційних заходів вона потребує попереднього комплексного обстеження. Для того щоб зрозуміти, що є першою причиною того стану, в якому знаходиться зараз дитина, і е, доходимо е, висновків, що дітям з особливими е, освітніми е, потребами та їхнім батькам вкрай важливо е, дотримуватись певного алгоритму дій, е, в нас і е, дотримуючись якого вони зможуть зважено та послідовно приймати рішення. Адже коли вони починають рухатись, е, між містом, хаотично шукаючи І і колекціонуючи різні лікувальні та реабілітаційні заклади, як правило, на жаль, нічим позитивним це не закінчується, окрім зіпсованих стосунків у сім'ї або зіпсованої нервової системи. Звертаючись до батьків, які відчувають, що з дитиною відбувається щось не те, що є певні відхилення від норми. Звичайно, своєчасне звернення до лікаря буде. Дуже доречним, після чого обов'язковим є е, е, і здання е, і е, встановлення для того, щоб встановити першу причину стану дитини. Е, головним є і збір е, інструментальної та лабораторної діагностики, і вже потім, звичайно, це педагогічно-психологічний супровід. І беручи до уваги достатньо інформативну доповідь попередньої спікерки, там де вона називала вражаючі статистичні дані, хочу, хочу додати наступне: що більшість наших дітей, з якими доводиться працювати, дійсно мають генетично обумовлені захворювання, і такій категорії дітей дуже важливо попасти вчасно до лікаря-генетика, який Би міг пояснити той стан, в якому перебуває дитина, та пояснити, який ряд лабораторних та інструментальних обстежень слід зробити для того, щоб таки вказати першу причину, що сталося з їхньою дитиною. Але на жаль, я думаю, що це загалом відомий факт: в Україні спостерігається дефіцит кадрів у сфері генетики. І, хоча, звичайно, є висококваліфіковані спеціалісти з Харкова і Києва, і ми не можемо не рекомендувати, якщо звертаються до нас за порадою, ми не можемо не рекомендувати звернутися саме до них. Отже, на основі вище викладеного, ми знову ж таки доходимо висновку, що дуже важливим актуальним є створення проекту. Особливий простір дитини, і тому що простір це місто, місце, де дитина може повноцінно розвиватися як фізично, так і інтелектуально. Простір це те місце, де сім'я комплексно може отримувати інформаційну допомогу або психологічну допомогу в рамках батьківського клубу. І простір це те місце, де усі небайдужі люди, які толерантно ставляться до такої категорії дітей, як діти з особливими освітніми потребами, можуть об'єднатися для того, щоб бути дійсно соціально. Корисними нашому суспільству і допомагати таким сім'ям. Це щодо проекту, тепер надаємо слово нашому останньому спікеру Іваніловіяні, яка продовжить розвивати тему і актуальність започаткування проекту Особливий простір дитини. Будь ласка, спасіба. Добрый день всем телезрителям, всем, кто смотрит нас сегодня. Действительно, проект необходим, и проект этот важен, и объясню почему. На самом деле у нас очень много, конечно же, в Украине статистических данных мы можем приводить сколько угодно, но детей с такими заболеваниями очень много. И, как правило, очень многие родители не имеют вообще возможности обратиться и к семейному врачу, и к педиатру, и, э, скажем так, окружающая среда выявляет уже эти заболевания в тот период, когда ребенок уже ну, сформировался и он уже достаточно взрослый. Поэтому этот проект, я думаю, что он будет единственным в Украине, единственной своей уникальностью. Почему? Потому что э, не создавая, скажем так, ничего нового. Есть база реабилитации, которая работает, которая делает и показывает очень хорошие результаты, и которая действительно направлена на то, чтобы не только дети, не будем называть их инвалидами, потому что это просто дети, которые требуют дополнительного, повышенного внимания, не только дети, но и родители которые иногда не знают, что делать с этими детьми, которые иногда не понимают своих детей, чтобы они могли совместно с детьми проходить ту же реабилитацию, только реабилитацию уже не лечебную, а реабилитацию психологическую, потому что многие родители забирая ребенка уже с конкретного реабилитационного лечения, теряют ту ниточку, которую нужно сохранить до следующего периода реабилитации. Это основной вопрос на сегодняшний день, который вот есть в данном проекте. Что же касается проекта в общем, то проект этот направлен не только на реабилитацию таких деток, а этот проект направлен на то, чтобы люди, которые окружают таких детей, здоровые дети, умели правильно общаться, умели правильно находить подход и понимание к таким детям. И, безусловно, эти дети не должны быть обособленными с какими-то э, отклонениями. То есть эти дети такие же, как и обычный ребенок. Ну, они в какой-то момент, они замкнуты, они чего-то недопонимают. Но в принципе эти дети достаточно солнечные, светлые, талантливые. И по-своему в чем-то они уникальны. Нужно просто это видеть и нужно просто это отмечать. Что касается э, также реабилитации, безусловно... Только грамотные специалисты и только педагоги, педагоги высшего уровня они могут найти правильный, правильный подход, правильное лечение для таких деток. Это детки и аутисты, это детки и с детским церебральным параличом, это детки и с нарушениями послеродовых, какие-то умственные развития, и дети с ограничением опорно-двигательного аппарата. Для этого, конечно же, хотелось бы, чтобы к нашему проекту присоединились, присоединились медицинские центры, которые готовы участвовать совместно с нами, готовы помогать. И хотелось бы, чтобы это были диагностические клинические лаборатории самого высокого уровня. Потому что действительно поставить диагноз просто, его тяжело очень снять. Хотелось бы, чтобы не было ошибок. Вот э, зачастую именно ошибки иногда ведут за собой череду таких недоразумений и тяжелых последствий, которых бы хотелось избежать. На сегодняшний день вот э, благодаря фонду с 25 числа по 31 вот с 25 июля по 31 июля к нам в Днепр в реабилитационный центр приезжает э, лучший реабилитолог, детский реабилитолог. Эрос Пилс. Мы пригласили его сюда для того, чтобы наши дети, которые проходят реабилитацию в центре, имели возможность получить дополнительную высокую квалифицированную помощь. И родители, конечно, очень рады этому, потому что это действительно дополнительная информация высокого уровня, которую, может быть, со временем будут здесь предоставлять всем желающим родителям таких деток. Но на сегодняшний день, конечно, это э, дефицит дефицит таких специалистов мирового уровня, которые приезжают к нашим детям. И в дальнейшем, я думаю, что к нам присоединятся хорошие психологи с мировыми именами, хорошие реабилитологи, хорошие неврологи. У нас есть очень шикарная база. Здесь наша детская областная клиническая больница собрала в себе лучших специалистов, неврологов. Вот Татьяна Александровна, нейрохирургия, неонатальная отделение. То есть все, что зависит на сегодняшний день от врачей, которые готовы сотрудничать с нашим проектом и с нашим центром, мы ценим эту помощь и поддержку. И, безусловно, это очень большой опыт и для нас, и для тех родителей, которые сегодня приводят своих детей. Безусловно, есть социальная сторона этого момента, когда есть семья, которая не имеет вообще возможности проходить хотя бы один курс реабилитации в таком центре. Это и сенсорная моторика, это и звуковая и речевая диагностика, то есть это и э, очень хорошая логопедия, все что все что связано с нормализацией жизнедеятельности э, такого ребенка с повышенным вниманием. Хочу обратить ваше внимание: ребенок с повышенным вниманием. То есть здесь нужно понимать, что здесь нужно немножечко больше терпения, немножечко больше тратить времени и Внимательно все это, скажем так, отслеживать, не пугать, не пугаться самому, а просто находиться в постоянном балансе с собой и в гармонии с ребенком, потому что любое движение, любая какая-то реакция родителя, она, естественно, на ребенке отпечатывается. И для того, чтобы держать сохранность нервной системы этих деток, ну, важно в первую очередь научиться работать над собой. Конечно, центр проделывает очень большую работу, и мы это видим, и мы не зря стали участниками этого проекта, потому что это действительно очень хороший результат, и действительно то, что на сегодняшний день дети получают в центре, это ну, достаточно большой шаг вперед в дальнейшем для их, не могу сказать полного выздоровления, но практически для выздоровления, для того, чтобы они могли социализироваться, для того, чтобы они могли э, нормально ощущать, ощущать себя вот, э, в, окружающей, в окружающем мире, в окружающей среде. Конечно, э, было бы неплохо, и я думаю, что мы дойдем до этого момента, когда будут существовать э, такая, такое направление, как не домашнее обучение, а все-таки дошкольные э, группы и э, младшая школа для таких именно деток с повышенным э, вниманием. Это должны быть небольшие классы, и мы сейчас над этим работаем. И это будет правильно, когда они будут участвовать точно так же в учебном или в том же дошкольном процессе, как и обычные дети. Я думаю, что они этого достойны, они этого заслуживают, и они имеют на это право. Поэтому проект действительно хороший, проект действительно, э, он такой вот... Іменно сердечний, душевний, і мені здається, що у нас все вийде. Дякую большое. Дякую, шановним спікерам. Сьогодні ми починаємо даємо старт такому прекрасному соціальному проєкту, особливий простір дитини. І звичайно, це не останній ефір. Ми будемо обов'язково інформувати наше суспільство, як хто долучається до нашого проекту. Ми обов'язково будемо цих людей запрошувати до студії для того, щоб вони ділилися власним досвідом, як вони працюють з дітьми. Ми дуже раді кожному хто долучиться, оскільки ці добрі серця, які є в нашому місті, в принципі в Україні. Я думаю, ми, у нас є майбутнє і, і воно прекрасне. Ми прощаємося з вами. Стежте, будь ласка, за нами далі. Дякую.